этом видео будут рассмотрены походные сумки для сухого корма. Они идеально подходят для путешествий. Первая миска сделана из нейлона. В этой миске два отсека для еды. Первый объемом 1,1 литр и второй объемом 1,4 литра. Благодаря ободку миска позволяет использовать ее в качестве кормушки. Ее легко мыть, а также складывать. Миска очень компактная. Вторая сумка рассчитана на 10 кг сухого корма. Она также сделана из нейлона. Размер этой сумки 29 на 35 см. Наплечный ремень с регулировкой, за счет чего сумку удобно носить. Сумка не пропускает влагу, поэтому корм всегда будет оставаться сухим. Эти оба товара будут незаменимыми, если вы любите путешествовать с вашими питомцами.